Приветствую, мои друзья и гости канала. Всем огромнейший привет. И знаете что? Решил заехать. Как-то я говорил пару дней назад, точнее неделю назад, что сделают домик, все будет хорошо и красиво. Давайте я покажу вам лучшее предложение в Сочи, если вы выбираете дом от 20 до 25 миллионов рублей. Вот если вот вы выбираете, это лучшее. Вы лучше 100% не найдете. Если найдете что-то лучше, блин, я вам со своей стороны сделаю презент. Потому что этот дом — это то лучшее, что можно приобрести. Итак, что первое бросается в глаза? Это газ. Газ сделан, ребят, не как привыкли в Сочи, там сверху что-то там, а сделали все под землей. Это действительно круто. Да, вот под землей, и сюда заведен газ под землей. Дальше. Всевозможные электричество, интернет и тому подобное, тоже все сделано под землей. Данный коттеджный поселок состоит из 15 домов. Два дома, еще два вопроса, может быть 17, ну, в общем, из 15 домов. Каждый дом располагается на 4 сотках земли. Соответственно, дом, который вы покупаете за 20 миллионов рублей, вы получаете сразу, вот смотрите, да, вот такие вот деревья, вот такую красивую пальму. В общем, и вот с этой стороны, с левой стороны, вы еще получите как минимум, это, конечно же, фруктовые деревья, которые будут вот с этой стороны высажены. Видите, для них все приготовили уже, потихонечку все доделывают, и вот здесь будут фруктовые деревья. По идее, вы получаете полностью готовый домик под ключ вместе с озеленением. И, конечно же, здесь присутствует у нас автополив, где не нужно будет заморачиваться. Также в этом доме присутствует технология «Умный дом». Ну и, конечно же, еще не самое последнее на этом месте – это подсветка. Домик будет просто обалденно гореть, забор доделают. Тоже вот этот низ будет с камня, ну а верх будет такой очень-очень красивый, прям буквально через недельку я вам покажу. По итогу мы видим с вами хай-тек, 200 квадратных метров вместе с балконами, но если мы балконы все-таки уберем, то полезная площадь там получается квадратов 160, я вот смотрел, ну не больше. Итак, давайте, здесь также в стоимость входят автоматические ворота, которые здесь будут. Здесь же у нас видеодомофон входит в эту же стоимость. Здесь же у нас все будет красиво доделано, благорожено. Ну и, в принципе, дом выглядит более чем достойно. Давайте все-таки пройдем вовнутрь, посмотрим, что же себя представляет. Смотрите, здесь автоматические ворота будут. Кстати, многие еще спрашивают, а детская площадка, спортивная площадка? Вот с этой стороны будет детская площадка, спортивная площадка. А вот в самом низу, там у нас зона барбекю. Все, давайте зайдем все-таки. Все, просто я хочу зайти, быстрее посмотреть. Ну и давайте еще раз, пока прям есть возможность, покажу вам ту красоту, которая здесь имеется. Ну реально классно. Ну, посмотрите, да, деревья посадили. Вроде мелочь, а уже дом по-другому смотрится, дом по-другому преобразился. Сразу говорю, дом у нас сделан качественно. Снаружи тоже он у нас утеплен. В общем, все сделано по уму. Что касается первого этажа. Классическая компоновка. Здесь, скорее всего, по логике должна быть комната для гостей. Здесь должен быть санузел, это гостевая. Ну и вот с этой стороны у нас кухня, большая кухня, гостиная, столовая. С этой стороны у нас должна быть кухня, поэтому для нее провели вот газ, газовую трубу. Хотя знаете что, вот я, например, если покупал бы этот дом себе, я уже говорил в каком-то видеоролике, я бы зону кухню сделал бы с этой стороны, в итоге нигде не было бы этой страшной желтой трубы, вот сделал бы именно здесь, вот, именно здесь сделал бы зону кухни, а вот здесь бы у меня была зона столовой и была бы зона гостиной. Посмотрите, да, какие хорошие оконные группы. Все сделано хорошо, все сделано богато, со вкусом. Сейчас все позакрывали, чтобы коломейцев не лазил. Ну да ладно, все равно такие витражи, они стоят денег. Высота потолков здесь 3,30. И в принципе первый этаж почти идеальный мой. Ну еще раз повторюсь, мое мнение, это нужно вот с этой стороны сделать зону кухни, а вот уже с той стороны сделать столовую, а здесь уже сделать там, не знаю, там такую мягкую зону, где можно развалиться и так далее. Опять же, в этом доме можно сделать спокойно камин, все это позволяет. Еще раз хочется отметить, это витраж, ребят, посмотрите, какой красивый витраж поставили, заказали, ну, действительно круто. В каждом доме свой витраж, в каждом доме сделано по-разному, и действительно, когда заходишь сюда, все это радует глаз. Если же посмотрим второй этаж, это классическое распределение трех комнат, это первая комната,
для ребенка, который себя вел хуже всех, и у него вид будет на соседний красивый домик. Соответственно, тут же мы имеем с вами вторую комнату, большую, полноценную. Я думаю, это можно дать тому ребенку, который вел себя получше. Ну и, конечно же, с этой стороны мы с вами видим третью комнату. Я думаю, что это должна быть как раз хозяйская спальня. Вот именно она должна быть с гардеробной. В общем, должно быть все хорошо. Либо, конечно же, здесь по большому счету сделать всего лишь две спальни, но обе сделать со своим санузлом. Это уже как вам будет угодно, именно поэтому не стали делать ремонт. При этом дизайн-проект домика, который можно сделать внутри, вам идет в подарок. Если он вас устраивает, берете и пользуйтесь. Что касается перил, посмотрите, хорошие, современные, пытаюсь я потрясти, но они себя чувствуют хорошо и комфортно. Большой балкон, на котором можно сесть, посидеть, и, например, через месяц, когда здесь все деревья покроются у нас листвой, здесь просто будет потрясающий вид, будет просто бомбически, и я думаю, что данные коттеджи, конечно же, вырастут в цене, потому что, еще раз повторюсь, это лучшее предложение в городе Сочи. Ладно, на этом мы с вами посмотрели, понятно, что здесь можно сделать 3 спальни, можно сделать 2 спальни большие, как вам будет уже угодно. Например, если бы я себе делал, конечно, я оставил бы 2 спальни. Мне пока 3 спальня нужна. Одну бы спальню бы сделал. И вот это у меня была бы одна большая спальня. Просто я такой спальни мечтаю сейчас. Просто, чтобы была огромная спальня. Просто, не знаю, все. Моя спальня. И пошли все в одно интересное место. Ну да ладно. Это мое. Но понимаю, что если вдруг дом придется продавать, то нужно сделать все равно как минимум нужно сделать 3 спальни. Есть, конечно, возможность выйти у нас на эксплуатируемую кровлю, тоже она, в принципе, сделана. Еще раз повторюсь, дом продается у нас полностью с облагороженной территорией, с видеодомофоном, с закладкой кабелей под технологии «Умный дом», потому что этот дом называется хай-тек. А хай-тек – это не просто дом с прямой крышей, да? А все-таки хай-тек – это в переводе это новейшая технология. А что такое новейшая технология? Это как раз технология «Умный дом», это как раз отсутствие этих страшных проводов, это как раз отсутствие страшных газовых труб и так далее. Это называется технология «Умный дом» и вот со всеми этими вытекающими последствиями. И именно здесь данный застройщик это все реализовал. И еще раз повторюсь, если кто-то меня смотрит, кто-то сомневается, я могу поспорить с вами, с любым из вас, что за 20 миллионов рублей вам ни один риэлтор, вам ни один собственник не предложит дом лучше, чем здесь. Могу вот прям спорить. Это действительно так. В бюджете 40 миллионов уже появляются более интересные места, появляются интересные предложения, но именно в этом бюджете здесь просто-напросто конкуренции не существует, конкуренции просто нет. Вот, например, как обычно все делают у нас трубы, да, вот они сверху пошли, сверху пустили, по забору, еще что-нибудь, потому что под землей делать трубы, это очень дорого, это очень сомнительное удовольствие и так далее. Ну и вот так же у нас, видите, идут трубы, непонятно как. Здесь же, говорю, сделано все с умом, сделано все красиво. Здесь бы я наверху сделал бы себе с большим удовольствием, вот видите, как здесь сделано газ. Я бы себе сделал, скорее всего, баньку и все. Сначала кажется, что дом 200 квадратных метров большой, и кажется, что прям, не знаю, там, что здесь сделать. А на самом деле, сейчас зашел вовнутрь и понял, что, блин, не такой уж он большой, обычный дом, где есть внизу кухня-гостиная, где есть 3 спальни, если мы берем с вами небольшие относительно спальни, а если нам нужны большие спальни, то это всего лишь 2. Да, всего лишь 2. Если мы берем, ну и в принципе все. Но дом, видно, что дом качественный. Видно, что дом толково сделан. Видно, что в доме используются все самые современные технологии. Ну и, конечно же, вот это все озеленение, оно тоже стоит денег. Не верите? Приедьте в Сочи, попробуйте сделать себе небольшой садик. Вот у меня есть, например, знакомый, я ему продавал квартиру в жилом комплексе «Каньон», «Каньон Дагомес». И он там себе сделал небольшой садик. У него там площадь 2 на 2. И все это ему обошлось удовольствие почти в 1 миллион рублей. Здесь, конечно же,
все это выйдет в разы дороже. Все, давайте подводить итог. Офигенный дом, просто офигенное качество. Дом со всеми документами. Данный домик стоит 21 миллион 500 тысяч рублей. Если, конечно, он не подорожал, лучше позвоните мне и уточните, потому что я не дозвонился сейчас до застройщика и как бы не получил последнюю информацию. Также можно взять дом, который строится рядышком под заказ. И это хороший коттеджный поселок. Притом, говорю, если бы продавал бы любой бы другой застройщик, аналогичные дома продавали бы минимум по 30, по 35. Здесь застройщик, я считаю, более чем адекватный. Очень все хорошо сделал, подошел. Я говорю, первый раз вижу, вот именно, чтобы такой был подход к строительству, чтобы было так все хорошо сделано, чтобы было все озелененное, чтобы газ был спрятан, чтобы проводов страшных не было, чтобы были заезды шикарные, понимаете? И я понимаю, что это то самое лучшее, что есть в этом бюджете. Ну и локация, в принципе, неплохая. Смотрите, следующий мой видеоролик. Я с Красной Поляны сюда доехал за 30 минут, а сейчас я поеду в сторону моря. Посмотрим, сколько же займет дорога. А теперь, ребят, всем пока, спасибо за просмотр. И еще повторюсь, это лучшее предложение в сегменте 20 миллионов рублей. А теперь до свидания.